Чтобы отсоединить барабан от рамы, необходимо зафиксировать его горловиной вниз. Затем отвернуть гайку вровень с торцом вала груши. Выбиваем вал барабана из подшипникового узла и снова откручиваем гайку для освобождения вала. Откручиваем гайку таким образом, чтобы барабан не сорвался. Расположив его в горизонтальное положение, полностью откручиваем гайку и снимаем барабан. Сборка бетоносмесителя производится в обратной последовательности. Размещаем раму в удобное положение. Устанавливаем барабан в подшипниковый узел. Затем наживляем гайку и закручиваем ее. Для удобства опрокидываем барабан в горизонтальное положение и затягиваем гайку до упора.